Ну, еще чуть-чуть буду похож на Плесецкую. Ну, уже совершенно. Ну, абсолютно. У меня был знакомый, который, знаете, он в день рождения жены, пока она спала, он усыпал вокруг ее головы цветами все. В общем, они месяц не разговаривали, она была. Человек весь в цветах, у него портится настроение. Но он ее, правда, не сфотографировал в этом виде. Но настроение было испорчено на очень долгое время. Ребята, конечно, этот юбилей мне хочется обязательно через «ё» произносить. Тяжелая штука. Это просто, просто страшное испытание. Потому что, во-первых, ну, никогда, ну, бегаешь, работаешь там, летаешь, даешь концерты, ну, короче, работа. Выходишь на работу. И вдруг тебе залепляет просто лицо этой цифрой. Фу, просто цифра. Она мной вообще никак не воспринималась. Смотришь на солнце вдруг сквозь эти цифры. Чего вдруг? Кто это сказал? Ну, действительно, Бог показывает часы два раза. Зачем показывать их чаще? Ну, Бог показывает часы в начале. И потом показал часы, ну и все. И ты понял все? А чего ты просишь у него все время? А ну-ка еще покажи. А ну-ка еще покажи. Ну, надо уже считать совсем по другим признакам. По стрижкам, по женщинам, по детям. Я не знаю почему. Почему угодно. По концертам. И да масса есть возможность рассчитывать. Вы знаете, что если бы я женился на гримерше, я сегодня думал. Такой был бы цвет лица всю жизнь. Прекрасно. Что я? Зачем это все? А так приходится вот так вот просить так, и здесь, пожалуйста, и это замажьте. И то замажьте. Чего там все замажешь? Талант не замажешь, между прочим. Спасибо. Я всегда так говорил. Раньше выходил, мол, я на сцену, листик бумаги и все, а сейчас очки, лекарства, клизму. Отход ко сну, как отъезд в другой город, шутил я. Так я шутил. Поэтому неплохо сейчас опять так же пошутить. Они же забываются. А я освежаю в памяти. Вот как сказал осьминог Пауль, в России жизнь – это подогрев пищи сверху и подгорание снизу. Это эпиграф к концерту. Не переживать по поводу чепухи, а по более серьезному поводу уже поздно. Как оказалось. Меня спросили на телевидении. Ну как, исполнилась ваша мечта? Ну я о таком и не мечтал. Вот как сейчас. Я не помню, о чем мечтал. Это в армейских книгах он шел в своей мечте. Я не знал, о чем мечтать. Может быть, плавать за границу. То есть мечты по специальности. Человек не знает, какой у него характер. Человек не знает, о чем мечтать. Сейчас будет хорошо сказано. Человек не знает, о чем мечтать, пока не увидит это в чужих руках. Ну, откуда он действительно? От талантливых он узнает о своем таланте, от умных о своем уме, от женщин о внешности, от врачей о здоровье, от зрителей об успехе. И, получив это все, он уходит от них, уединяется, чтобы изготовить что-нибудь, наконец, свое. И даже тогда он не знает, было ли это его мечтой. Ну, просто что-то получилось. В общем, о нем знают все, кроме него. Теперь его задача поделиться тем, что знает он, чтобы, опять будет хорошо сказано, чтобы жизнь была сплошной. А как впечатление от жизни, это итоги и есть. А пока кому-то нужен, тик-так, тик-так, прошла тоска, наступила тревога, прошла тревога, наступила тоска, тик-так, так и живи, от диагноза до концерта. А если фамилия вдруг стала должностью, вакансия будет вечной. Благодарю за внимание. Три вида жидкости.
Кофе, пресная вода и, подкисленная. Раньше я пользовался более приятным, одним видом жидкости, и публика не могла понять, почему становлюсь все веселее с каждым глотком. А сейчас я выскочил на сцену веселый, значит, у меня все было за кулисами. Ой, как приятно писать, когда тебя слушают. Ничего не делал ради популярности. Всю жизнь хотел высказаться. И высказывался. Грамотно или безграмотно, но всегда четко и бездоказательно. Опровергнуть то, что я говорю, очень тяжело, ибо оно бездоказательно. Все это не научно, все это не фундаментально, все это висит в воздухе. Но кто-то же этим дышит. И я иногда по выдоху определяю. Мой употреблял. Что я могу сделать? Спасибо за внимание. Юра Рос мне сказал, что ты все время дергаешься? Ничего, просто так. Есть три пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И наш третий путь – лежать на правильном пути. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, голодать, не пить, но не спускаться. Два дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивала, как грушу. Она его за хвост, он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Ну что ты сделал? Чиновник, всегда помни, что ты взяточник. Когда тебе об этом напомнят, поздно будет. Еврей, птичка, всегда помни, что ты еврей. Когда тебе об этом напомнят, поздно будет. Бизнесмен, всегда помни, что ты мог тихо уехать из этой страны. Когда тебе об этом напомнят, хрен ты отсюда уедешь. Политик, всегда помни, наши люди пьют из чувства протеста. Как только пить перестанут, ты не спасешься. Сынок, всегда помни, чей ты. Когда тебе об этом напомнят, не знаю, как тебе, а мне будет очень приятно. Твой папа. Когда знаешь, как умеешь, но уже не можешь сам, ты тренер. Когда знаешь, как не умеешь, не можешь сам, но можешь научить, ты профессор. Когда не знаешь, как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать, если эти суки сделают не так, ты президент. Немножко об Олимпиаде. Крышку приоткрыли, все веселятся. Закрыли, тишина. Открыли, веселье, закрыли, тишина. Многие думают, что там веселье все время. Нет, только когда открывают. Я сегодня буду читать много коротких. Ну, вот так я пишу. Это такой разговор. Я его почти буквально записал. Вы дежурный по стране. О чем я хотел спросить вас? Так, на это вы не ответите. От этого вы страдаете так же, как я. Это вас не интересует, как и меня. Тут у меня ничего нового. На это, мне кажется, все равно, что вы скажете. Как и вам то, что я спрошу. Об этом вы тоже не знаете, как я. Ну, а это мы знаем все. И все-таки спасибо за разговор такой. Все-таки я уважаю патриотов и внимательно их слушаю. Это неожиданная встреча с патриотом в американском городе Сиэтле. У веселой Валентины, которая в Америке уже лет 30 и страшно скучает по родине. Я пробормотал. Пробормотал, чтобы ее поддержать. Ну, просто чтобы ее поддержать. А может быть и нет родины, и человек пусть живет где хочет. У русских родина всегда есть, неожиданно сказала она. А вам, Михаил Маневич, этого, к сожалению, не понять. Я не обиделся. Мы оба задумались. Я сижу в России, она в Америке. К
кто у кого. Я, судя по своему отчеству, как бы на ее родине. Она, судя по огромному дому, бассейну, мужу, возвращаться туда не собирается. А я лично завтра утром. Какая у всех нелегкая судьба. Я все-таки спасибо за внимание. Наконец-то все вздохнули с облегчением. Пройдя путь эволюционного развития по спирали вниз, мы вернулись туда, откуда вышли. Правда, уже без денег, без лучших мозгов и мускулов, как проигравший в казино возвращается домой. Мы вернулись, мама. Ну, слава Богу, дети, с новым счастьем. А я и так никогда не терял оптимизма, а последние события меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А они мне кричали, у вас кризис, все, вы в метро 3 года не были. О чем вы теперь писать будете? Критика сверкала, вечно пьяный, жрущий, толстомордый. Все время с бокалом, а я всегда с бокалом, потому что понимал, ненадолго. Все по словам, а я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Авторемонтник подошел ко мне и говорит, я вам радиатор заменил. Я на его лицо глянул, нет, говорю, не заменил. То есть, говорит, запаял. Нет, говорю, не запаял. Сейчас посмотрю. Когда все стали кричать «Свобода!», я вместе со всеми пошел смотреть по лицам. Нормально все, наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. Что сделал? Что сделал, я вижу. Я спрашиваю, кто это сделал? А что здесь запрещено? Запрещено. Не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. Стены лифтов, туалеты, вокзалов. Нам руки впереди мешают. Руки сзади – другое дело. То есть не зовут, а посылают. Команды не спереди, а сзади. Это совсем другое дело. Можно закрыть глаза и подчиниться. Левое плечо вперед, марш, стоп, отдыхать, становись. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность, пунктуальность. И вот это честность, порядочность и чистота. То есть мы жили среди порядка все 70 лет и не можем отвыкнуть. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Постойте, постойте. Разница небольшая, но некоторые ее чувствуют. Они нам и сообщают. Вот сейчас демократия. А вот сейчас диктатура. То, что при демократии печатается, при диктатуре говорится. При диктатуре все боятся вопроса, при демократии ответ. При диктатуре больше балета и анекдотов, при демократии поездок и ограблений. Крупного животного страха одинаково. При диктатуре могут прибить сверху, при демократии снизу, при полном порядке со всех сторон. Сказать, что милиция при диктатуре нас защищает, будет некоторым преувеличением. Она нас охраняет, особенно в местах заключения. А на улице, в воздушной и водной среде, это уже дело самих покойников. Поэтому количество погибших в войнах у нас примерно равно количеству погибших в мирное время. В общем, ребятки, наша свобода, хотя и отличается от диктатуры, но не так резко, чтобы в этом мог разобраться необразованный человек, допустим, прокурор. Многих волнует судьба сатирика, особенно в возрасте, который процветает в разжиренных условиях диктатуры пролетариата и чуть ли не гибнет в невыносимых условиях расцвета свободы. Но это якобы. Просто в тепличных условиях подполья он ярче виден и четче слышен. И у него самого были ясные ориентиры. Он сидит на цепи
и лает на проходящий поезд. То есть предмет, лай, цепь и коэффициент полезного действия ясны каждому. В условиях свободы сатирик без цепи, хотя в ошейнике. И дурак понимает, что в сидении на цепи больше духовности. И проникновение в свой внутренний мир. Ибо бег за цепь можно проделать только в своем воображении, что всегда интересно читателю. Конечно, писателю не мешало бы отсидеть в тюрьме для высокого качества литературы, покидающей его организм. Но, честно, не хочется. Путаница и так с семьями, свидания с детьми. Тюрьма – это будет чересчур. Но что сегодня радует? Неожиданное предчувствие нового подполья. Кончились волнения, беготня, митинги, дебаты. Снова на кухне, снова намеки, снова Главное управление культуры. Снова тебе кричат: вы своими произведениями унижаете нашего человека. А ты кричишь: а вы своей газелью его просто калечите. Но тот, кто нас снова загоняет в подполье, не подозревает, с какими профессионалами он имеет дело. Сказанное оттуда по всем законам акустики в 10 раз сильнее и громче, и, главное, запоминается наизусть. А вечный лозунг нашего руководства «работать завтра лучше, чем сегодня» в подполье толкует однозначно: сегодня работать смысла не имеет. Наш национальный характер. Первое. Сначала жениться, потом выбирать. А что? Неужели я не прав? Чем мы занимаемся всю жизнь? Значит, сначала жениться, потом выбирать. Сперва купить, потом обдумать. Старое считать лучшим. Новое считать вредным. Вредное считать полезным и употреблять почаще, чтобы все произошло пораньше. Спасибо за внимание. Ребята, как я рад, что вы сегодня пришли. Кайфую. Хорошо жить в России хорошо, но надо быстро, чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача. Я своему сыну иногда пишу такие советы, такие вот: сынок, слушай отца, целуй быстрее руки, говори, что влюблен, ничего потом не бойся. Извинишься, скажешь: мимолетное увлечение принял за что-то большое. И до сих пор не звонишь, просто простить себе не можешь. Хорошая водка, успел сказать он. Все-таки вот это мне нравится выражение. Человек, выставивший свою кандидатуру, куда попало, перестает быть нормальным все-таки. О возрасте будет сегодня много. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой практически. Наш богатый русский в Гонконге сел на рикшу, и того оглоблями подняло в воздух, где он и перебирал ногами, пока пассажир его не пожалел. Выступала жена, сказала тост о муже, как она ему благодарна за все. Выступил муж, стал говорить речь о жене, за что он ей благодарен. Ну, я действительно не выдержал, закричал: ну, как вы можете? Тогда выступил муж и сказал: тост за Мишу, который не терпит фальши. Я долго проработал в конструкторском бюро, поэтому знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом.
Бывает, что две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5 меньше. Иногда верхняя от другого человека. То есть низ такой сталинский, каменный. А девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. Вверх для президиума, низ для опоры. Как говорила тренер по художественной гимнастике Татьяна Анатольевна, эта попка не для гимнастики, это попка для жизни, Михалыч, говорила она. Ой, бывает вверх ученый образованный, низ для работы по дому. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, говорил я своему другу Сташкевичу. Перестань мотаться под столом, сядь на стул. Посмотри, как юбка колеблется над винегретом. Вот такой я хотел бы быть, если бы не был таким. В Одессе, как пройти к привозу? А вы идите так, как я сижу. Простите, вы имеете в виду лицом? А чем же еще? Идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Давайте, давайте. В Одессе он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь-то? Самая страшная месть – это прощение. Еще раз, что такое старость? Настоящая старость – это, конечно, пиджак, заправленный в брюки. Если я появлюсь когда-нибудь в таком виде перед публикой, разрешаю свистеть, а я уже решу, что мне делать. Нет, Михалыч, я не еврей. Просто на душе тяжело. Он на ее верность надеялся, но не рассчитывал. Ребятки, что я хочу сказать? Вот постепенно, вы знаете, однажды, когда наша премия «Триумф», помню, была в этом самом, в Париже, вдруг БГ, знаменитый БГ Гременщиков, который получил тогда премию «Триумф», сказал: «Я хочу, наконец, вас угостить, вы голодьба, нищета». Купил нам в ресторане за $1000 бутылку вина. Это было лет 15 назад. Мы выпили, пацаны, шмурдяк. Непонятно что. Ну, непонятно. И я вообще вспомнил все, что я пил. Во-первых, вино, оно стало... Я перестал им пользоваться, потому что абсолютная неопределенность. В Одессе у нас это... Папа обычно этим занимался. У нас веранда, дача. И, значит, под верандой подвал такой. И там надо было вот так сделать. Мы посылали девушек обычно, это чтобы из большого такого бутыля перекачать в маленький. И два сорта вина было папиного. Папа делал и папа сделал. Вот когда мы пили вот то, что... Папа, все равно. Ну, вначале, когда папа делал, в общем, мы пили, мы сидели за столом на веранде, пили вот это вино, а там такие сорта. Ведь чем это вино замечательно? У него запах. Изабелла, Лидия. Вот эти все сорта, которые шашла, все, что там растет на даче, это зимой или осенью, ты понимаешь, что ты пьешь. Вот снова аромат этого всего. Но единственное, что там же в Одессе какие дачи. Вот тут раскладушка, это уже другая дача. Там раскладушка, уже третья дача. Тут четвертая дача, там пятая дача. Никаких заборов, все на разных раскладушках. И мы сидели, нас человек был 8-10. Пока мы пили вот это вино, шутили, кричали, смеялись. Все терпели, полная тишина. Когда мы пошли пописать в кусты, поднялся крик.
перестаньте шуметь. Вот такое это вино. Когда я шел провожать своих друзей на кольцо там в Аркадии, 5-й номер, вот под этим вином, мальчики, ну я проводил, все, оказался в мусорной урне, сижу. Машу рукой, сидя в мусорной урне. А меня уже узнавали, сказали: Михаил Иванович, вы с чего вдруг? Я говорю: друзей провожаю. Провожаю друзей. А самое главное — это идти обратно. После того, как проводил друзей, значит, вначале ноги под тобой, потом ноги сбоку от тебя, потом ноги где-то, в общем, наверху. В общем, совместить себя с ногами очень тяжело. Поэтому я постепенно перешел на коньяк. Сейчас я не выпил, я просто сейчас под влиянием того, что я рассказываю, я сам пьянею. Удивительно. Видимо, я все-таки актер, пацаны. Честное слово. Поэтому я о коньяке хотел сказать. На коньяке я могу выдать 2-3 мысли в час, одну остроту в 10 минут. На безалкогольном пиве 0. На водке 3-4 претензии к правительству. И один вопрос к Думе. Откуда они? На сухом вине до изжоги успеваю помрачнеть. Очень скверно обо всех подумать. На шампанском несу чушь довольно далеко и долго. На шампанском с водкой и борщом. Маршрут короткий. Стол, стул, пол. Стул, стул, стул. Постель в чужом доме, в одежде и в носках. Ночью поиски туалета и страшный испуг от ночного отражения в 3 зеркалах. Коньяк, конечно, распускает руки, ищет колени, но держит разговор. Допускает шутки, сохраняет адекватность, умеренный оптимизм. Окрашивает жизненный горизонт в радужные желтоватые тона, то есть добавляет в этот наш московский вечер заход солнца. Спасибо за внимание. Я искренне хотел спросить свою родственницу, как она себя чувствует, но понял, каким длинным будет ответ. И просто каркнул: ты хорошо выглядишь. Его маршрут был прямым, как стрела. Он женился, строил и уходил, в чем был. Квартиру, коттедж, дом — таким я его и застал. Вернее, настиг. После 3-й жены, живущей в 3-м доме, он был даже без чемодана. Строительная каска и все. Настоящий мужчина. Во дворе у нас в Одессе. Ну, там вообще же не надо ничего писать. Там просто надо записывать. Только открыть окно. Внизу маленькая девочка лет 10 и соседка. Соседка: ты такая маленькая. Ты почему? Ты нагрубила. Уйдите вы, тетя Роза. Кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерить? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Политики – это наш осадок наверху. Ой, что происходит с человеком среди людей? Почему незнакомые могут сидеть рядом, допустим, в театре? Они могут лежать рядом, допустим, на пляже. Они могут стоять рядом, допустим, в очереди. Почему незнакомые не могут идти рядом по улице? Вы заметили, что творится с человеком идущим, это по латыни, если с ним поравнялся другой такой же? Не обгоняет и не отстает. У первого начинают метаться глаза, он фиксирует карманы, бумажник. Озирается, замедляется, убыстряется. Во всем облике от ботинок до очков. Кто вы такой? Что вам надо?
Если попробуете продержаться одну минуту, убьет один человек другого за простую тротуарную прогулку. Неужели один человек так боится движения другого человека? Хотя от неподвижного ни к столу, будь сказано, опасность та же. В общем, думаю над этим. Спасибо за внимание. Абсолютное одиночество – это когда уже нет тех, кто тебя не понимает. Я показывал свое детское фото и говорил: это мой сын. А все говорили: как похож. А я говорил: да, вырастет, юмористом будет. Свои произведения со сцены будет читать. Лет до 60 будет писать смешно, а потом ласково. И жена у него будет высокая и красивая. А он будет толстый, маленький и лысый. И дом себе построит, и дерево посадит, и сына родит. И скажет сыну: имей совесть и делай, что хочешь. А вы откуда про него знаете? Знаю и все. И не боитесь, что не сбудется? Не боюсь. Я просто лет до 70 могу вам каждый день его пересказать. И как он выступал, и что читал. И как вам показывал свое фото. Это мой сын, говорил он. А вы говорили: как похож. Пьеса закончилась примерно на час раньше спектакля. А дальше люди сидели и разговаривали ни о чем, и на сцене, и в зале. Я долго жил в Ульянке, получил однокомнатную квартиру в Питере. Великий такой дефицит. Это улица Стойкости, где-то там неподалеку Виктор Цой учился в ремесленном училище. В общем, короче говоря, очень большой коллектив всегда у меня собирался на этой однокомнатной квартире. Знакомый меня сегодня снимает квартиру. Он и она. Пришли ко мне, посидели, выпили. Попросили меня оставить их одних. Я сказал: могу только до двух. Договорился. В любви часов не наблюдает. В три пришли двое других. Эти остолбенели. Пришли его жена и ее муж. А я тут при чем? Мы все из одной компании. А как компания без моей квартиры? Ну, о чем говорить? Отец говорил мне: не спеши, и все сбудется. И вот сбылось, я не спешу. Ребята, сегодня в зале много друзей, поэтому, конечно, это всегда рискованно. Это всегда рискованно. Тем более трезвые друзья. Это риск большой. И снова, что такое ум и что такое мудрость? Ум – полюбить начальника ГАИ, сдружиться с налоговым инспектором, с семьей мэра, стоять недалеко от губернатора, сидеть недалеко от министра. Глубокий ум – оценить, готов ли ты стоять на вытяжку перед министром, ласкать начальника ГАИ, подолгу тешить мэриных детей и изгибаться, изгибаться. Все надо пресекать в момент знакомства. Беременность, прогнутость и длинную цепь разочарований. Короче, вывод. Ум стремится, глубокий ум предвидеть, мудрость пресекать зародыши. Спасибо за внимание. В стену плача в Иерусалиме я сунул записку с номером своего телефона. Позвони, я тебе подробно расскажу. Я не могу в этой давке. Я тут заболел и долго не пил. Не помогло. Это вы все знаете, но все-таки надо прочесть. Все-таки что такое 80? Как это не противно звучит. Мы на вершине склона лет. В этом возрасте, когда испытал все удовольствия, единственное, что может обрадовать, только результаты анализов. За них мы и будем бороться. Жизнь переменилась. Не так давно мы под веселые марши Дунаевского копали одну огромную яму для всех. Сейчас каждый под попсу в наушниках копает себе яму сам. Да, мы любили бесплатно, наше поколение такое. Мы любили бесплатно, мы считали в уме. Да, мы читали такие книги, что мы были интересны нашим девочкам. Что-то было в наших глазах.
Сейчас мой сын может ответить на любой вопрос, стоит только нажать кнопку. Мне приходится сосредотачиваться, чтобы вспомнить. Я всегда гордился, что я могу ответить, но я не могу ответить на те вопросы, на которые отвечает он. Ему нажать кнопку, он знает. Но что-то от этого в глазах пропало, потому что нужно искать кнопку, которая память. А мне не нужно искать кнопку. Я просто помню, и от этого что-то происходит в моих глазах, чем я привлекаю, я надеюсь. Мы считали в уме, за нами чистятся коммуналки, почтовые ящики, есть чем покаяться, есть чем похвастаться. Мы надеялись на новое поколение, пришли и нам покажут. Нет, пока только тело. Иногда хочется сказать, ребята, научитесь пользоваться микрофоном, перестаньте нести... Короче говоря, у нас наступила не старость, на что надеялись многие. Это наступило будущее. А старость – это когда умеешь то, что знаешь, и смакуешь то, что делаешь. В этом возрасте возникает настоящая семья. Ибо настоящая семья возникает, когда оба не нужны никому. Мужчина никому не нужен несколько позже, от этого и разница в годах. Этот возраст имеет по краям старт и финиш. Только на финише есть возможность исправить старт, так как фальш-финиша не бывает. Желаю счастья всем, а также здоровья и времени, чтобы этим насладиться. И как говорил мне один таможенник, он говорит, я у себя валюты не нашел, давайте искать у вас. Если найдем, пропьем тут же. Я сказал, что умею предсказывать будущее, но ненадолго, но минут на 15. Мы выпьем обязательно. И вспомнил тост наш давний, который сейчас звучит очень современно. Ну, чтобы не сгибалось. Теперь несите цветы. Мои привычки. Есть одна вредная – хочу выпить. Есть вторая вредная – могу выпить. Третья вредная – пью. Что мешает стать алкоголиком? Четвертая вредная привычка – трусость. Пятая вредная – ношу одно и то же до полного сливания на теле. Шестая вредная привычка – покупать на размер меньше в расчете на похудание. Затем дарить с проклятием худым. Седьмая вредная – покупать новое, а пользоваться старым. Восьмая вредная – долго привыкая к мысли, что это надо сделать, и долго отвыкая от этой мысли, приговаривая, «Эх, надо было это сделать!» А это вообще не вписывается ни во что, просто ей – нужно было громче сказать, чтобы я снял руку с ее колена. Не слышу ни черта той стороной уже. Из полезных привычек. В ресторане не торопиться платить за всех. Как-нибудь рассосется. Очень полезная привычка до беседы с врачом поговорить с его больными. Очень красивая привычка. Это меня физики научили там когда-то. Знаете, под Ленинградом была школа физиков. Они пили там спирт с жидким азотом. И вот это вот, вот, знаете, азот испаряется. И ты пьешь вот этот спирт уже в виде глицерина. Неважно. Так вот, молча вдвоем пьянеть, глядя в глаза друг другу. Молча та, с которой это можно, вас не забудет никогда. Из бесполезных привычек – пунктуален. Не злопамятен. Хотя память хорошая, и долго помню ту сволочь, которая это сказала. Уже давно живу на внутреннем кругообороте, высказываюсь и обдумываю то, что высказал. Никого не цитирую, то есть наружный воздух не поступает. И последнее. Своими руками прикрутил огонек, чтобы его хватило подольше.
физкультура продлевает жизнь человека на 5 лет, но эти 5 лет надо провести в спортзале. Как говорил мой друг Шура, все-таки лучше в спортзале, чем в гробу. Не уверен. Это такое простое произведение. У кого нет денег на дорогое лекарство для мужчин, рекомендую открытое мною. Мною открыто кило хлеба и кило сельдерея. И сидеть ждать. Но, конечно, она должна хотя бы прийти. А иначе, кроме изжоги и отрыжки... Но если она не придет, она потеряет такое наслаждение. Не проводите испытания тайно. Садись гордо за стол. Кило хлеба, полмешка сельдерея. По весу, не на глазок. Пиво со сметаной. На кружку пива стакан сметаны. Все разболтал, съел. Включил музыку, садишься ждать. Только не усни, не пропусти возбуждение. Пропустил все сначала. Хлеб, сельдерей, пиво, сметана. Предупреждаю, без возбуждения нет соблазнения. Слова, получается, не те. А они, эти люди, ради которых ты жрешь сельдерей, мне очень нравятся эти люди, ради которых они чувствуют, что слова не те. Так и говорят, я бы хоть сейчас, но слова не те. В общем, само возбуждение дает сельдерей с черным хлебом, а слова дает пиво со сметаной. Неутомимость конский каштан, там 14 капель 3 раза в день, я потом объясню. Огонь в глазах, настой чабреца. 3 ложки на стакан кипятку. Смягчает порывы обыкновенная ромашка с лимоном. Не путать с лимонником. Лимонник таежный. Осторожно, порвешь мебель, вырвешь радиатор. Все оторвешь, что в судорогах схватишь. Ромашкой замедляй. И главное, следи, чтобы она пришла. Иначе выбегать на улицу в твоем состоянии – это тюрьма. А в тюрьме насильников не любят. Ты там получишь все то же самое, но не от противоположного пола. На себе поймешь грозное действие указанных мной препаратов. В общем, квартиру обещает, документы вышли, деньги на такси. Дверь открыта, музыка играет, на плите что-то кипит. Ты весь в красном пурпурном бархате. Она по лестнице, ты в волнении. Она без стука, ты без звука. Она на пороге, ты в пурпуре с двумя бокалами. Себе пивка со сметаной, ей шампанское с коньяком. Только не перепутай. Я осторожно закрываю дверь снаружи, зависть гложет. Спасибо за внимание. Ну, это вывод. Практически переспать могут многие, а вот поговорить – единицы. Поэтому берегите говорящих мужчин. Кстати, тому, кто может поговорить, тоже хотелось бы переспать. От этого разговора приобретает совершенно неожиданную остроту. Отношения между мужем и женой ритмичные, лаконичные и однообразные. Возьми, подогрей, посоли, постели, поцелуй. А как же? А как же? И я тебе, и я тебе. И ты меня. Я пришел, я пошел. Хочу, люблю, вкусно. И вдруг, а почему ты считаешь, что я не могу заработать? А вот это что на тебе? Это что, с неба упало? А черт, вот пойди и заработай. Да, ты нравишься людям, да. А вот я перестану работать, и ты перестанешь нравиться людям. Люди, подонки. Не все те, кому ты нравишься, да. Но прошел день, и опять возьми, положи, поцелуй, подогрей, обними, отключи. Хорошо, хорошо. Нет, нет, нет. Это тебе рано, а мне поздно. Все, все. Отодвинь эту ногу. И ту ногу отодвинь.
И ту дальнюю ногу вот забери. Нет, и дыши в сторону. Нет, нет, руку тоже забери. Все забери. Дыши в сторону. Нет, нет, в сторону. Все, завтра поговорим. Все, кончено. Все, кончено. Я большую часть жизни с моряками. У нас, конечно, Россия, границы открыты, рыночная экономика. Но, как говорил мой приятель-моряк насчет свободы, мы, говорит, сидели во Вьетнаме за бамбуковой решеткой. Бамбучины отстояли одна от другой на 8-10 сантиметров. Нас слышали и видели. Мы могли протянуть руку, взять еду. Нам могли протянуть руку, дать еду, книгу, одежду. Почти все. И все-таки, когда нас освободили, то нас освободили. Свобода. Ибо свобода – это когда может пройти весь человек, а не еда или одежда. Спасибо за внимание. Мне как-то тут сказали, что в Риге будет съезд знаменитых евреев. Но я написал «Съезд знаменитых евреев. Размышления русского человека». Знаменитый, конечно, но как отношусь к этому съезду? Знаменитый, конечно, но еврей. Но знаменитый. Еврей, хотя и знаменитый, это не отнять. Но еврей это тоже не отнять. В общем, если учесть, что ты, то каким бы ни был знаменитым, конечно, знаменитый. Потому и знаменитый. Ну, а если знаменитый, ну и что? Еврей. Хотя и знаменитый. Если ты уже, как говорится, то знаменитый, незнаменитый, совсем неизвестный. Еврей. А знаменитый тем более. Значит, все знают, что ты... Неизвестный – это значит неизвестно. А знаменитый – это же вот точно уже. Это точно, да. А куда ж ты? Все ученые похожи на евреев, все евреи на ученых, тем более знаменитых. Он в толпе, как в пшеничном поле. По движению толпы можно определить, где он. Так что давай открывай съезд знаменитых. Этих самых в окружении, так скажем, поклонников. В общем, то, что ты знаменитый, это хорошо, но то, что ты... Кстати, это тоже хорошо. Ты не должен быть неизвестным. В общем, трудно выбрать нейтральную позицию, да? Чувствуешь, да? Чтобы стать знаменитым, но перестать быть евреем, да. В общем, короче говоря, у каждого поклонника в голове, что ты знаменитый, а в душе, что ты... Ай! Ребятки, спасибо большое. Спасибо, ребята. Очень тронут. Благодарю. Спасибо. Это Нарштейн, Юра. Ну, народ у нас сегодня. Одни звезды. Однажды после торжественного приема на морвокзале города Одессы я посетил центральную инфекционную больницу. Абсолютно документальная. Ночью как пациент. Я прибыл туда лично на скорой помощи и на носилках. Был размещен на койке с дырой в матрасе. И ведром под этой дырой. Граждане, я принял только маленькую порцию мидий консервированных. А отдавал все, что имел.
Я какал непрерывно и плодотворно. Дома, по дороге, в больнице, в кабинете главврача, куда меня из уважения отделили от непрерывно какающей бедноты. Только бабушки-санитарки смотрели на нас спокойно, они помнили поносы гражданской войны. Родные плакали. На их глазах покидал организм весь многослойный внутренний мир. Любовные утехи, успех у публики, путевые впечатления. И только бабушка, сестра шептала мне: «Милый, вот ты сейчас какаешь, потому что болен. Как только начнешь писать, все. Что все, здоров!» И ушла. Я так старался, но не получалось. Одно отверстие на износ, другое пылилось сбоку на ноге. Под капельницей валялась моя черно-белая жизнь. И вдруг на второй день зашевелилось то, что пылилось. Все замерли, и я пописал чуть-чуть. Но вызвал такие аплодисменты, как и вызывал до этих отвратительных моллюсков. «Потому что правильная терапия», — сказала доктор Светочка. Я был выписан из кабинета главврача. Чистым, пустым и стеклянным прибыл домой, где после отдыха вернулся к прежней жизни. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ой, ребята. Ой. Я об отце пишу. В принципе, я пишу своему сыну. То, что мне отец говорил, я пытаюсь перефразировать своему сыну. Отец, и еще, Миша, когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить. Хочется наказать, заставить. Заставить можно, но лучше, если он, как ты у меня, найдет свою дорогу. Но основные знания, грамматику, математику, поведение среди людей, он обязан суметь сформулировать, во-первых, чего он хочет от них и что он может дать им взамен. Просто чтобы потребовать, либо подчиниться. Образование помогает терпеть унижение. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование – это значит жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Кстати, богаче пишется без «т». А в слове «лучше» после «у» идет «ч» – «лучше». То есть с удовольствием образованный живет. Богатый созерцает, что он получает. А образованный сравнивает, что видит, с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека. Темный не понимает образованного, сынок. Темный ни разу в жизни не скажет слово «опровержение». Или трепетный, или волнующий. Он даже не скажет простую фразу: «Я с трудом пережил ваш отъезд, девушка». Он, Миша, женщине не оставит воспоминаний. Запоминается не поцелуй, сынок, запоминается слова. У темного человека неинтересное молчание.
Помнишь, мы с тобой говорили, что образование – это не память, хотя и память. Это не цитирование прочитанного. Это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование уже кое-что свое. Под другой фамилией. В суматохе, Миша, нельзя терять мысль. Мыслей не так много. Шуток миллионы, мыслей сотни, идей десятки. Законов, по которым ходят люди, единицы. Их знают все. Все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя бы небольшого самообразования. Хотя бы впечатление от прочитанного. Только не от кино. Кино не рождает зрителей идею или мысль, только книга. Она научит здоровью, силе воли. Когда полистаешь кого-нибудь и почитаешь у кого-нибудь, пусть твой сын будет образованным. И диплом тут ни при чем. Кстати, он должен знать, что в предложении «ни при чем» все слова пишутся отдельно. Все, мама нам оставила обед на кухне. Подогрей себе, я вернусь поздно. Много вызовов и мало лифтов. Он у меня врач. Пожми мне руку. Вот, я пошел. Кстати, образованный, счастлив в старости. Все. Вкладываешь в него жизнь, и с удивлением видишь, что у него своя. Вкалывал человек, вкалывал, кормил, поил, а тот вырос и не хочет жить под мышкой. Ужас. Просит денег на то, что мне не нравится. Тратит здоровье на то, что ему вредно. Разве я не прав? Разве он не прав? Все вырастают и отходят, и оставляют самых преданных на перроне. Остается прижать к окну вагона свое расплющенное лицо. Ну, звони хотя бы, сынок. Сынок. Двадцать лет назад Марку Захарову, тем, кого люблю, ура, мы снова живы. Шестилетие пришло сразу на всех одно. С деревьев посыпались все 34-33 года рождения. Евтушенко, Вознесенский, Софи Лорен, Жил Лабржида, Арканов, Захаров и я. Теперь не скажешь, как жизнь, старик. Сынок, что слышно, сынок? Ребята, это совсем не постарело. Пожилые дети, взрослые внуки, юные жены. Прогулки вместо ходьбы, лекарства вместо вещей, палата вместо квартиры, мудрость вместо ума и очень здоровый образ жизни, пришедший на смену самой жизни. Я уже не говорю о работе с молодежью. Они нам как бы, мы им как бы. У нас что им есть рассказать, хотя они прекрасно видят сами и больше боятся увольнения, чем наших воспоминаний. Да, мы боролись, нас запрещали. Это благодаря нам вы. Не слушай, мальчик, мы спасались в юморе. Мы все ушли туда и там до сих пор. Поэтому нас не видно, мальчик. Мы в намеках, в междометиях. Многоточие наш образ мыслей. После того, как потребовалось говорить, бить и стрелять в лоб, мы стушевались. Где же второй план? Что за сказанным стоит? Ничего объяснили нам, за ним стоит солдат. И тут мы опять стушевались. Мы не умеем пить в зрительном зале и танцевать у сцены. А когда мы держали на плечах наших девочек, мы возбуждались и не видели ничего. Хотя там и видеть нечего. В основном это были похороны. Спроси у любого из осыпавшихся юбиляров, что самое веселое у вас было в жизни. Тебе ответят: похороны членов Политбюро. Это было очень весело, красиво и продолжалось целый год. В магазинах появилась незнакомая еда. По всей стране звучала красивая музыка. А какие играли пианисты, мальчик? Мы не знали, в честь кого, но мы все подтягивались. Торжественно шли трамваи, отменялись концерты. Мы звонили пианистам.
Володя Крайнев, своими черными рукавами ты напоминаешь грифа над падалью. Только скажи, кто сейчас? Кто, Володя? Не знаю, говорил он, это старая запись. А мы гадали, Брежнев, Подгорный, Косыгин. И, наконец, 12 часов, торжественный праздничный голос диктора. Вчера в 16 часов после... Суслов, то-то его не было видно. То-то он таблеткой на трибуне глотал. Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства. Тогда мы научились смеяться сквозь слезы. А плакать надо было, мальчик, за этим очень следили. Ну, как в Корее, вы сейчас видели. А если говорить честно, мы тогда жили лучше. Хотя сама жизнь стала лучше сейчас. Творческие гении – величина постоянная, как камни на дне. Жизнь поднимается и опускается, то делая их великими и заметными, то покрывая с головой. Чем выше жизнь, тем они менее заметны. С углублением жизни их высказывания как бы мельчают. Они не виноваты, это меняется жизнь. Всеми вокруг сказано столько, что добавить нечего. Да и в сплошном крике не очень хочется говорить. Слушай, пацан, хочешь, я тебе расскажу, что такое, ну, хотя бы 60? Если коротко, это испуг в ее глазах, все остальное то же самое. Так что ты не бойся, смелей, старей, старик. Там есть свои прелести. Ну, вот это уважение. Потом вот это без очереди. Потом, ну, вот эти врачи в друзьях. На юбилее по специалистам-врачам ты легко поставишь диагноз юбиляром. Что еще, пацан? Ну, одежда уже лишняя, квартира там, дача, бессонница, деньги в детях, камни в женах. И очень много лекарств на окнах, карманах, в портфеле. Вот это еще выпью и полегчает. А чем дороже лекарство, мальчик, тем хуже дела. И все-таки мы живы. В этой прекрасной, любимой стране, которую многие называют родиной, обыкновенный человек за первые 60 лет спотыкался головой об 37-й посадочный, об 41-й отечественный, об 48-й голодный, об 53-й переломный, об 85-й перестроечный, об 91-й путевый, об 2014-й загадочный. Это ж надо так кромсать биографию. Что же они хотят там наверху, чтобы в этом полуживом состоянии мы думали о вечном? Мы просто увидим вечность раньше других. И что удивительно, мы спрашиваем у всех, как нам жить, а живем. В этой прекрасной, любимой стране, называемой поэтами Родиной, воистину, жизнь отдельного человека значения не играет и роли не имеет. Здесь только веют ветры, клонятся колосья, и жизнь здесь общая для всех. А если о радостном говорить, то, наконец-то, из евреев остались только выдающиеся. Они играют на скрипках, чтобы их могли понять и тут, и там. Все, твой неподалеку. Владимиру Спивакову. Вот, Володя, тебе и 60. Это такой жанр стареть у всех на глазах под крики «Вы совсем не изменились». Изменились, но не там, где это видно. Умные люди думают одинаково, дурак всегда думает иначе. Сейчас такое время, когда настоящее плетется в хвосте у современного. Это короткое. Ничего, наши взаимоотношения со временем и прояснятся. Поздравляю, обнимаю, осторожно жму твою музыкальную руку. Береги женщину, что рядом. Женщины – морские звезды, создающие образ и держащее место. Мужчины – коньки морские, прыгающие вертикально. Их сила в сутулости, разогнутый не в счет. Сохраняй эту пружину в себе. Пусть твоя высота никогда не будет меньше твоей высоты. А с ворсом твоим разберутся поклонники, и один из преданных – это я. Так. Акуджаве. Говорить о любви к нему, как о любви к Пушкину, смысла не имеет.
Он был независим, откликался только на то, что его задевало. К остальному равнодушен. Равнодушны мы все, но он не притворялся. Счастье его знать больше, чем петь и читать. Пока еще нас много знавших его. Я впервые встретился с ним в Болгарии. Вот мы в Болгарии. Мой первый выезд. Вот он сказал: «Хочешь, возьми у меня денег. Мне нужна только палатка». А у меня с деньгами сложные отношения. Я в этом состоянии неприятен. Вначале жаден, потом от стыда расточителен. Он был равнодушен. «Возьми, Миша». Это в Болгарии. Это настоящие деньги. Это советская власть. Я задрожал. «Я отдам, как хочешь». «Нельзя так с нами». Мы начинаем бормотать. Вначале внутри, потом снаружи. «Откуда у него? Ты видишь что? Откуда у него?» Нельзя с нами открыто и щедро. Нельзя нам давать, нельзя нам помогать бескорыстно. Непонятно нам становится, что это он, бормочем мы, выходя и сжимая в руках дубленку. «Носи, Михаил». «Чего-то он, жиру что ли бесится?» «Михаил, может, тебе что-то еще нужно? Ты смотри, сколько у него». Однако воспитываем друг друга. Либо один становится хуже, либо оба становятся лучше. Однако он: «Заходи, когда хочешь, без звонка. Просто заходи». Это в гостиницу. «Пообедаем, поговорим». «Ты, конечно, не идешь. Где ты обедаешь? С кем говоришь?» Видно по нездоровому лицу и слышно по жалкому запасу слов. А мужество определяется в старости, когда есть что терять. В молодости это бесстрашие. Он, когда жил, он стоял между нами и смертью. Как получится с его песнями, разберутся дети. А то, что у них живого такого не будет, это жаль. Их жаль. Они пока не понимают. Они бросили все и пустились зарабатывать. Не поют, а зарабатывают пением. Не шутят, а зарабатывают шутками. От этого всего то, чем они занимаются, имеет такой вид. Они бросились собирать копейки по поверхности и очень боятся глубины, где совсем другие люди. А чистота и совесть дают прекрасную жизнь. Большой капитал начинается с криминала, большое имя – с чистоты. Он не ошибался, он голосовал правильно. И свобода у нас есть, значит, должно появиться что-то еще. О том, как народные массы затанцевали, что они запели, чем заговорили, свобода не виновата. Открыли крышку и пахнуло. Но надо же когда-нибудь. Умные рванули подальше от запаха, поближе к аромату, а мы сидим дышим. Когда-то в давнем разговоре со мной, когда только появился Горбачев, на частной квартире, в частной беседе он дал новой власти 4 условия. Первое – освободить Сахарова, прекратить войну в Афганистане, вернуть Солженицына, открыть двери из страны. Она их выполнила. Он дожил. Еще он узнал, что значит, когда вся страна с любовью произносит его имя. Он это узнал и ушел молча, без благодарности, как уходил всегда. Спасибо за внимание. И современность Инночки Чуриковой. Не знаю ничего лучшего, чем Инна Михайловна Чурикова. Я потом буду продолжать. А это пока приветствие тем, кого люблю и о ком есть что такое сказать, что интересно всем. Не знаю ничего лучшего, чем Инна Михайловна Чурикова на сцене и в зале. Когда она в зале, на сцене образуется особая атмосфера. Когда она на сцене, в зале образуется особая атмосфера. Большой талант в каждый театр приходит со своей очередью. Играть она может все и всегда. Если молодым удаются старики, то старикам не удаются молодые. Мы видим накладку, грим, слабые ноги. Прощаем мы это только в опере. Если ты не поешь, изволь выглядеть. Короче, стареть надо дома. Но эта женщина выглядит так, как ее попросят. Нет возраста, и все. Ну, родилась такой. Вот это отсутствие возраста и красоты с детства приучило ее к порядочности, доброте.
и потрясающему чувству юмора своего и чужого. Терять было нечего. Красоту она приобрела недавно. С ней приобрела все. Инна Михайловна Чурикова становится все время, извините, соблазнительней. Перевоплощаясь, попадает в любой возраст и любую сексуальность. Не тоскливую, так кому пойдем, к тебе или ко мне? А высшую, к тому, что мы видим, прибавляется то, что мы хотим. Ибо, когда она выходит на сцену, от нее отделяется талант и играет, что он хочет. А мы и она наблюдаем за этим со стороны. Мы помним бывших красавиц, тех, кто не только увял, кто остервенел, вышел из строя, потерял внешность, трезвость и в результате попал в жюри. Инночке Михайловне до жюри далеко. Она тянет любой фильм, любой спектакль. И все это не зная ни как она выглядит, ни когда кончится то, что не начиналось. И на вопрос, как вы помните все эти роли, она может ответить, я их не помню, я их знаю. Все, больше нету приветствий. Я жду появления в России женщины, лет около 45, стройной, ухоженной, ироничной, насмешливой, независимой, с седой девичьей прической. Пусть курит, если ей это помогает. Пусть будет чьей-то женой, если ей это не мешает. Это не важно. Ее профессия, эрудиция второстепенны. Но возраст не меньше 45. И юмор, и царапающая насмешка, непредсказуемость и ум – все вместе в одной. Это не редкость, ибо одно порождает другое. Такая женщина, ребятки, это огромная ценность. Она вызывает в вас то, что не употребляется в сегодняшней жизни. Даже совесть, неприменимую в наше время. Твердость слова и все прочее, что не имеет значения во время периода полового созревания целой страны. Та, о которой речь и услышит, и поймет, и ответит, и научит. И главное, ей есть что вспомнить, как и вам. Какое чудесное минное поле для совместных прогулок. В России такие женщины были, отсюда они выехали, а там не появились. Спасибо за внимание. Ребятки, изображенный Бог – это короткое. Могучий старец, нет Бога 25-летнего, не важно, какой он на самом деле, важно, каким его представляет себе человечество. Молодость – это красота, быстрота и талант. Старость – это мудрость, талант и опыт. В старости есть маразм, в молодости есть тупость. Они всегда сменяют друг друга. Тыча одному в лицо тупость, другому маразм. Но в общем, находясь на равном расстоянии от главного. Вот что я хотел сказать. Спасибо. В больнице надо же так набраться разных типов снотворного, чтобы полночи отбиваться от трех вражеских истребителей, готовясь к катапультированию, неоднократно отстегивать шланг, отказаться от орденов, что вручала королева, и сделать ей предложение, от которого она с отвращением отказалась. Снотворное в этой больнице действует как возбуждающее, как слабительное, как обнадеживающее. Слабительное, наоборот, не дает надежды. А что вы хотите? Огромными усилиями столько лет превращать день в ночь с помощью штор, жалюзи, а ночь превращать в день благодаря концертам, аплодисментам. И вам, людям с таким трудом, живущим на своей земле, спасибо, что добрались в этот зал Чайковского. Спасибо. Я его мать. Он сказал, я еду домой. А куда он поехал, я не знаю. Мы его ждали всю ночь. Хоть на работе сказали, что он приехал вчера. И, по-моему, я даже слышал его голос. Утром его еще не было. Он звонил, что поехал дальше в Киев. Так сейчас он в Киеве.
Он сказал, что звонит из Киева. Так он в Киев, он сказал, что звонит оттуда. Сказал, что вылетает в Одессу утренним рейсом. Хотя туда он выехал на машине. Может, он забыл. Поймите, я его мать. Меня волнует только его здоровье. Но у него жена. А ее как раз интересует, на чем он возвращается. И я держу оборону с двух сторон. Я уже не знаю, кем он дорожит. Он на ней женат, но сейчас он с кем-то разводится. Он очень дальновидный и современный. Он выезжает в Кишинев, возвращается из Стамбула. Он говорит такие слова: инфраструктуры, дивиденды, переговоры. Я его мать, я все равно верю. А она, судя по тому, что стала задерживаться на работе, верить, видимо, перестала. Раньше что-то придумывала ей, потом ему, потом детям. Теперь устала и передаю ему буквально то, что говорит она, ей то, что сказал он. У меня есть домашняя наливочка. Я себе делаю Наполеон. Сажусь к телевизору. Кто-то звонил, спрашивает он. Никто, говорю я. Кто-то звонил, спрашивает она. Нет, говорю, никто. У них есть своя квартира. У него есть еще своя квартира. Он куда-то вылетел, она куда-то... Если они встретятся, я выпью рюмочку. Не встретятся, съем Наполеон. Я еще молодая женщина. И вокруг много приличных пенсионеров. И это квартира моя. И что я им такое, чтобы это все переживать? А эта песня, если тебе будет грустно и захочется вкусно поесть, зайди в мой двор. Там тебя встретит моя мать, она накормит тебя. Если тебе негде будет ночевать, зайди в мой двор. Там тебя встретит моя мать, приготовит постель тебе. Если ты заболеешь, но сможешь ходить, зайди в мой двор. Там тебя встретит моя мать, она вылечит тебя. А если ты зайдешь в мой двор, и тебя встретит моя жена или я, ты лучше не заходи. Потому что там больше нет жизни. Ну, жизни нет больше. Спасибо за внимание. Он поймал меня в аптеке в Одессе. Стойте, стойте, вы же этот. Ну, вы же пишете этому. Ну, напомните мне. Ну, вы еще с этими все время. Ну, и этот тоже с вами. Так это вы? Я сказал, да. Ну, вот я же помню. Ну, Михаил Михайлович, мой отец, как вы, говорит, говорит, и что-нибудь скажет. Усосался водки, отъедрёнил мать, закатил под кровать жену, дыханием убил фикус, затолкал жвачку в скважину соседям, разбил раковину и сбил прохожего и неожиданно погладил кота. Мне по телефону женский голос. Привет, как живешь? Прекрасно. Ой, простите, не туда попало. Извините, пожалуйста. Что такое наша жизнь? Свет в конце тоннеля есть, но тоннель, сука, не кончается. Ну. Я хочу сказать о бабниках, рассказать. Это исчез целый слой очень талантливых мужчин, ребятки. Как говорил один композитор, мне ее главное к роялю подвести. Но надо же действительно к роялю, надо же кого-то подводить. Я начал писать, потому что тоже хотел нравиться. Ну, что делать? Вот пошел слух, что он пишет и может почитать. А меня в Одессе спрашивают, так вы действительно можете? Я говорю, могу почитать, пожалуйста. И вот такие мы были. Мы были, у нас не было даже в голове ничего такого. Вот поэтому мой брат, особенно у меня был брат такой, Борис, по 2 метра, двоюродный, красавец. Мы выходили на Дерибасовскую, я это называл «Соколиная охота». Я выпускал брата. Он никогда не возвращался с пустыми руками. А я стоял вот так, как стою сейчас. Это было очень удобно. Когда на встречу шла какая-то красивая женщина, его звали Борис, он себе сам шептал: «Альберт к ноге». Я его спрашивал: «Боря, кто такой Альберт?» Он сказал: «Ты не поймешь». Я только сейчас понял.
Ой, я тут вообще был приятно поражен. Оказывается, сомалийские пираты, как и я, закончили Одесский институт инженерно-морского флота, между прочим. Я всегда в разъездах, всегда по гостиницам. Зашел как-то к большому начальнику. Слушайте, дайте распоряжение, чтобы забронировали вот на весь маршрут. Он говорит, дал. Точно дали. Вот при вас, говорю, по другому телефону. Я послушал, точно говорит. Приезжаю туда с вещами, в первую гостиницу. Никто ничего не слышал, не знают. Вам звонили? Никто не звонил. При мне звонил очень большой начальник. Куда он при вас звонил? В вашу гостиницу. Туда и поезжайте. Звоню начальнику, он из дома уехал, из театра ушел, и в городе его нет. А здесь уже и администратор ушел, и кто-то говорит, идите к Бакурскому, он все решит. В общем, я узнал, кто такой Бакурский, где он сидит. Это все документальная история. В общем, когда пришел, а его уже на работе нет, и дома нет, и у телефона нет, Бакурского. Вернулся, и за одну ночь дал столько, сколько не давал никогда и никому. И, кстати, хорошо бы поспал, если бы не поезда. У них окна на маневровый узел выходят. Перегоняют составы с путя на путя гудками, матом и свистками. Я тоже свистнул из окна, состав тронулся. Тут же мат со всех столбов, но я уже спал глубоко удовлетворенным. Жить – это подняться, опуститься и жить дальше, имея в запасе вот эту высоту. Спасибо, Владимир. В ресторане из соседнего стола. Водочку вашу можно на минуточку? В драке участвовал весь ресторан. Ничто так не молодит мужчину, как глупость. Сколько раз я говорил жене, не ходи бесшумно, не вырастай сзади, береги себя, боже мой. И это мне очень нравится. Какой красивый русский язык. Почему я тебя не забуду, звучит любовно, а я тебя запомню. Что такое возраст? Стоишь на футбольном поле, летит мяч, надо рвануться к воротам. И ты рванулся к воротам, но все уже бегут обратно. Зато ты опять впереди. Ой! У тебя диабет, тебе нельзя сладкого, оставит он женщин. Ой, ну ладно. Что говорить? Что говорить? Мы живем в такое время, когда часы не для времени, а грудь не для младенца. Вы заметили, что сейчас нет фотографии, допустим, девушки с младенцем, молодой женщины с младенцем. Всегда у груди чья-то бородатая физиономия. Ой! Это мы не будем. Я послал телеграмму в военкомат, военкому, явиться ко мне в понедельник к 9 утра с вещами и всеми документами. Я приехал от Райкина как-то в отпуск. Мама на Комсомольске 133 сидит вся окруженная повестками в военкомат. Беги быстрее. Она всего боялась. Она говорит, зачем тебе эта политика? Она думала, что я политикой занимаюсь. Зачем тебе эта политика? Беги в военкомат. В общем, я прибежал, военком просто обрадовался. Говорит, о, явился. А если война, где вас искать? Я говорю, начинайте, я подъеду. А молодежи, на моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, кусты в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивали столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, отдались безобразному облезлому псу на пустыре. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Как сказал мой друг, там у меня серьезно, а здесь постоянно, Миша. До сих пор думаю над этим. Группа «Поем матом» летит в Кемерово.
И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы для руководства концертик. Ребенок рассказывает, ребенок. Ой, у нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую баксы дают? А где же они берут? Да путанят потихоньку. Ой. И в завершение, мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другую хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Это лирическое, нежное, потому что ничего нет лучше. Потому что ничего нет лучше. Когда вам шепчет в ухо чья-то молодость, что-то шепчет, касаясь всеми своими губами, сопровождая какие-то слова теплым дыханием, слегка щекотно и так приятно, что слушал бы, но слов не разобрать. Сам процесс настолько, и дыхание проникает настолько, а там еще смеются, это же, кажется, анекдот. Ну, говорят, вам смешно? Еще как говорите вы, а нельзя еще раз концовку? На вас смотрят удивленно, но опять в ухо губами, и вы опять теряете сознание, а вам смеются внутрь и повторяют, чтобы вы поняли. Нет, не доходит, говорите вы. Еще разок можно? Вот третий раз я не буду даже для тупых. Сатирик называется. Вы никого не смешите, кроме себя. Но я не виноват, я не расслышал. Глубже, чем в ухо, я не могу. Купите аппарат, сатирик. Чтобы понимать хотя бы то, что вам говорят в ухо. Так я понимаю по губам, ответил я. Но ваши губы следует прижать к моим и продолжать говорить. Клянусь, я разберусь, я все пойму. Я не тупой, я просто одинокий. Вот одинокий. Спасибо за внимание. Я понял и понят. Просто и вдруг слова складываются во мне. Мысли выстраиваются в очередь. Они уже сформулированы. Это не я, я это понимаю. Ты дал силу прорвать свою и чужую оболочку. Ты соединил нас. Все, что говорят мне, твое. Все, что говорю я, твое. Все, что говорят мне, мне не больно с этим расстаться. Твое оно. Пусть потеряет автора. Я не цитирую, я не вспоминаю. Само всплывает оно. Лучшая награда – отдать другим имя свое. Не снимай руку с меня. Спасибо, концерт окончен. Простите, что я спотыкался, я очень волновался сегодня. Ну, это, надеюсь, еще все-таки мы встретимся. Надеюсь, что мы еще встретимся. Спасибо, что пришли. Хочу закончить этими словами. То, что нам предназначено, называется судьба. То, что у нас получилось, автобиография. Главное, чтобы биография не ломала эту судьбу. Спасибо вам большое за сегодняшний вечер.